В Саратовской области, согласно постановлению регионального правительства, введен масочный режим. То есть жители, находясь в общественных местах, должны носить маски, как ради своей, так и ради общей безопасности. Кто-то может быть недоволен таким нововведением, но факт остается фактом. Коронавирусные ограничения в области действуют, и их необходимо соблюдать. Данную акцию проводим по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий и выявлению нарушений, грубых нарушений со стороны водителей. А также предупреждаем граждан об опасности распространения коронавирусной инфекции. Раздаем памятки по предупреждению интернет-мошенничества. Водители, которых останавливали инспекторы ДПС, с пониманием относились к проверке документов и наличию масок. Многие ежедневно просматривают статистику по заболевшим коронавирусом в регионе и знают, что за сутки их число увеличивается на несколько десятков. Поэтому профилактические беседы воспринимаются как необходимость. Сотрудниками ГИБДД города Балаково была проведена профилактическое мероприятие, направленное на проведение профилактических бесед с водителями и пассажирами транспортных средств по распространению коронавирусной инфекции, где им рекомендовалось без надобности не выходить из дома и соблюдали масочный режим. В такие времена сомнений зачастую активизируются мошенники, которые придумывают различные схемы обмана граждан. И чтобы еще раз напомнить балаковцам о том, что мошенники не дремлют, водителям вручали памятки. Также проводились разъяснительные беседы по участившимся интернет-мошенничествам. Людям доводилась информация о способах и типах мошеннических действий в отношении граждан. Инспекторы ДПС говорят, эти профилактические рейды – возможность достучаться до балаковцев, напомнить им, что постановление регионального правительства о пропускной системе и масочном режиме написаны не просто так. Ведь от нас всех зависит, как долго будет продолжаться пандемия и как далеко она зайдет.